Готовь сани летом. Пришкольные и придомовые спортивные площадки, которые зимой превращаются в катки и хоккейные коробки, подготовили к новому сезону. Ремонт и содержание объектов поручили специализированной детско-юношеской спортивной школе единоборств. Отремонтировано 10 площадок. Это и на первой речке, это и на Чуркине, это и на второй речке. Это Камский переулок, это Хабаровская, Амурская. Некоторым спортивным площадкам нужен лишь ремонт косметический, а отдельные меняются кардинально. Например, площадка по адресу Грязодубовой, 63. Старое, непригодное к службе спортивное оборудование здесь убрали. А на его месте установили специальные опоры для металлического ограждения, баскетбольные кольца, крепления под волейбольную сетку и положили новое асфальтобетонное покрытие. Пока здесь играют футбол, баскетбол и волейбол. Малыши катаются на велосипедах. А зимой на этом месте зальют каток. И подобные площадки сегодня есть почти в каждом районе города. Чтобы заниматься спортом в комфортных условиях, большим и маленьким жителям Владивостока достаточно найти ближайший для них спортивный объект. Сегодня все больше людей выбирают здоровый образ жизни. В городе на придомовых и школьных территориях созданы уже более 70 спортивных объектов, которые открыты для всех желающих круглый год. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.